Всем привет, с вами Дефирки, и в этом видео я вам хочу рассказать, как же хайпануть на Ютубе. И вот, допустим, у вас очень мало просмотров на канале, и вы хотите набрать очень много просмотров. У нас в видео будет 5 способов. Сейчас я расскажу вам первый способ. Ну а первый способ заключается в том, чтобы закликбейтить, это самый такой плохой способ. Да, у меня такие есть видео. Вот, сейчас я вам приведу парочку примеров. Да, это не очень хорошо кликбейтить, но кому нужны просмотры, тот это будет делать. Хотя это и не обязательно, можно снять просто годный контент. Но кликбейт это такое себе, я, если честно, скажу. Но у меня есть парочку таких видео. Допустим, вот это и вот это. Да, я знаю, я повторился только что 2 раза, ой, капец. Ну ладно, это был первый способ. Кликбейт. Под вторым способом у нас это снять какой-нибудь мем. Это, кстати, я сейчас первые 2 говорю самые известные способы. Снять мем, ну, или, допустим, перезагрузить. Давайте я вам приведу 2 мема. А я не понял, что вы делаете в моем холодильнике? Вы что, хотите кушать? А? Яйца вы хотите кушать! Не надо в моем холодильнике сидеть! Вот только что вы увидели 2 мема, и они набрали так достаточно много просмотров. Да, это был только звук, потому что вдруг... Ну, не хочу, чтобы страйк кинули, то, что я перезагружаю это. Ну, мем это довольно такая хайповая тема, потому что очень много они собирают просмотров за последнее время. Поэтому можете снять, если вам не стыдно это делать. Хотя, кому может быть стыдно набирать много просмотров? Но я бы такое не делал. А вы напишите в комментариях, делали бы такое или нет. Или можно какой-нибудь свой авторский, записать. Это через лет 10 точно будет много просмотров набирать. Вот, допустим, статистики просмотров. Там по 10 лет видео, а они собирают много просмотров. Если повезет, то лет 5, 2, 3 где-то. Надо потребуется ролику. Ну а третий способ это у нас снять вот такое видео, такого формата, да. Это видео я тоже делаю в целях, чтобы собрало много просмотров, потому что, ну, хочется просмотров видеть на канале немного побольше, чтобы статистика держалась моя, ну, этого месяца. Статистика у нас была самой большой, и я хочу, чтобы она держалась подольше. Да, снять такое видео вам потребуется побольше монтажа и получше делать превью. Ну, это такие видео собирают много просмотров, тем более, если вас смотрят люди, которые хотят много просмотров собрать. Они заставят сначала новые видео и смотрят превью, на просмотр они не смотрят. Ну, а 4-й способ, это у нас, ну, он подойдет только геймерам. И смотрите, когда выходит самая новая игра, вы включаете уведомление, ну, когда вы регистрируетесь, включайте уведомление, чтобы она сама скачалась или установилась, если вам пришло сообщение, то, что ее можно скачать на телефон. Скачивайте, быстро снимайте по ней видео, как вы его сняли, монтируйте как можно лучше и как можно быстрее, и делайте превью на это видео. Да, после этого у вас будет много просмотров, так как вы первый открыватель, будем так говорить, то, что вы сняли самыми первыми. Ну, думаю, суть понятна. Самым первым снять это очень выгодно. Так как люди, которым придет уведомление, им будет интересно, что в этой игре есть, то, как, от чего отталкиваться. А таких очень много. Вот давайте пару примеров, скриншоты вот на экране. И да, это очень такая хорошая тема. Допустим, как у меня с мороженщиком было. Посмаленький Xcorp 2, когда вышел. Это был 4-й способ. Ну а мы переходим к следующему способу. Ну а 5-й способ это снять, допустим, я говорю по своему каналу, если честно, на этом видео. По своему каналу только я говорю. Так что, допустим, по моему видео вы можете понять, по моим самым популярным видео вы можете понять то, что у меня самый популярный формат на канале это VS. Попробуйте поснимать VS, вдруг у вас получится. Ну, это все получится, потому что это такая, ну, тема, которая занимает много времени, а если вы делали видео много времени, и оно сделано все качественно, хорошо и красиво, то тогда у вас соберет это немало просмотров. Да,
Вес — это такой сложный формат, который, ой, лень монтировать. Да, даже мне было лень монтировать больше года это все. Я не снимал вес. Вот начал снимать в начале года. Думаю, не станет мне больше лень их делать. Да, это были мои 5 способов, которые я вам предложил. Ну а с вами был Дуферки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Спасибо за просмотр.